выступает президент, который в рамках ручного управления решает проблемы страны. И при этом мне все время хотелось задать ему вопрос о том, почему вы не спросите с правительства, почему все те проблемы, которые когда-то озвучены были, допустим, прошлый год, и почему правительство не выполнило указания президента, почему это не сделано, и президент вынужден вмешиваться и решать те проблемы, которые должно решать министерство, все под руководством премьер-министра. Буквально за несколько дней до отчета премьер-министра в Государственной Думе он был в Саратовской области. И, наверное, увидев вот ту ситуацию, которая у нас, отсутствие полных дорог полностью, отсутствие рабочих мест, огромная безработица, масса проблем, которые наверняка он, если даже не сказали, не мог не увидеть. И мне казалось, что не такие бравурные отчеты, не такие бравурные цифры он должен говорить. И сказал, вот буквально недавно я посетил Саратовскую область и увидел, что действительно нужно регионам помогать, они там стараются, но не хватает там финансирования, или мы обратим внимание на какую-то из проблем. Слушаю и понимаю, что заготовленный доклад о том, как все хорошо, а если бы еще баррел нефти стоил бы 100 рублей, а лучше 200 рублей, то вообще все было бы в стране хорошо. Поэтому напрягло меня незнание проблем, либо он действительно сам не хочет этого знать, либо ему подсказывает и удобнее, чтобы видеть, как все замечательно. Когда он говорит, что мы открыли новые заводы, ну, я так думаю, маленькие свечные заводики, а может быть, так называемые кооперативы под названием заводов, то почему он не сказал, что при этом закрыто несколько тысяч предприятий, и почему им не помогали, потому что нужно чуть-чуть помощь государства, и они бы просто не захлебнулись в собственном бесправии, безнадежности, без отсутствия финансирования. Мы открываем для того, чтобы было что сказать, а лучше бы, вот мне кажется, все-таки нужно помогать тому, что уже есть, то, что требует минимальных затрат. Когда он говорит о том, что рабочие места будут, но при той безработице, которая там в 1% или 2% даже процента могут показать, я проезжаю по поселкам, селам, деревням и вижу полной безнадежности у людей, тоска в глазах, и они видят, что работать просто негде. Не в состоянии ни сельскохозяйственное производство дать им рабочие места, ни те, или отсутствие, или маленькое производство, значит, строительные фирмы, производственные мощности какие-то. Нет работы в селе, нет, выжить невозможно. И те маленькие-маленькие рабочие места, как то, например, почтальон, работники культуры, которые получают 2500, ну даже 5000, на них выжить невозможно, потому что когда получают платежку за коммунальные всевозможные тарифы, за газ, например, в деревне, а уж про город я вообще не говорю. Поэтому отрыв от реальной жизни, хотелось ему казаться, что ну еще чуть-чуть, и мы кризис преодолеем, хотя никто его не собирается преодолевать. Это как разговор, говорит, неуловимый Джо, да? Неуловимый не потому, что его не могут поймать, а потому, что его никто не ловит. Вот точно так же, никто не хочет спасать нашу страну, никто не хочет вникнуть в реальные проблемы. Даже те вопросы депутаты, которые задают, они все равно обыгрываются и высказываются какие-то заготовки. Удручающее впечатление, и, конечно, нужно требовать отставки правительства в том составе, в котором оно есть. Оно не способно спасать страну, спасать регионы, спасать маленькие деревни и села, и, наконец, просто спасать людей.